говорю, вот еще раз, я, вот, я тебя спрашиваю, например, ты меня видишь? Не знаю. Не знаешь, да? Ну вот так, ты меня лучше видишь? Лучше? Почему? Посмотри, вот ты скажи, я не вижу, я чувствую, например, да? Да, скажем, если ты идешь по существу, если ты прицепляешься к слову, то значит ты его не понимаешь. Вот скажем, допустим, ага, попалась. Ты говоришь, по существу, если, ну как я могу попасть? Я просто чувствую вашу руку, например, да? А? Больно сжимается. Мне больно. Не мне больно, а больно, то есть есть ощущение, неприятное ощущение в руке, так точнее. Больно. Вот, а чтобы не было больно, что нужно сделать? Правильно, это правильно, если она не может. Или я уже говорил, когда вам сжимают руку, нужно эту энергию выпускать. То есть, если вы чувствуете, что вам пережимают руку, и вы начинаете ее вырывать, вам больно. Если вы выпускаете силу, то сила ваша выходит. И то, что вы чувствуете, то вы и говорите. Да? Понимаете? Вот выйти на такой диалог, на такой как бы прямой разговор или, скажем, прессованный такой разговор, очень трудно. Но если вы будете так работать, то вы быстрее поймете вещи, которые несказуемы. Несказуемы. Вот. Я говорю, что я не претендую на то, что...